К новостям спорта. Бендерские боксеры успешно выступили на молдавском чемпионате среди школьников, который прошел в городе Аргееве. В соревнованиях приняли участие порядка 130 спортсменов из 23 городов и районных центров Молдовы и Приднестровья. В неофициальном общекомандном зачете бендеры заняли первое место. В копилке наград наших боксеров 3 медали высшей пробы и 4 серебряных. Чемпионами стали Виктор Иванов, Егор Добреогла, Александр Мацпан. Их тренеры – мастера спорта Игорь Байбера и Вячеслав Буга. Победители соревнований, в том числе боксеры из бендер, получили возможность принять участие в чемпионате Европы, который пройдет со 2 по 12 августа в столице Грузии – Тбилиси.